Всем привет, с вами Дум. Сегодня посмотрим на такой вот замечательный комикс под названием «Подростки-мутанты ниндзя-черепашки», или как у нас называли всегда «Черепашки-ниндзя». Это 30-летний, к 30-летию выпуск, юбилейный такой. Такая вот, собственно, обложечка. Разображены различные персонажи. Кейси даже вон. Вот механическая черепаха. И так далее. Сплинтер вон этих. Как я и помню, в мультсериале такие была серия вот про этих покусаки, блин. Как у Клокверка. Вот. Сзади у нас вот такой Арт, да, Крэнк, Шреддер и так далее. BBP Rocksteady и, собственно, издательство IDW и Камильфо, который у нас издают в России. И, собственно, Nickelodeon, которые вроде там купили права на черепашек. Вот они их сейчас эксплуатируют, так сказать, мультсериалы, игрушки и так далее. Но как бы это комиксом, наверное, нельзя назвать, так как это как бы, как я уже говорил, да, затравка к предстоящим выходам синглов «Черепашек» от IDW и Камильфо. IDW у нас в США, да, выпускают, а Камильфо будет в России переводить. Так, сейчас. И вот, как бы это такой ознакомительный выпуск, да, он нам будет рассказывать из различных временных промежутков про комикс «Черепашек» от самых первых, вот как выглядела самая первая набросок. The First Turtle. Вот это была самая первая черепаха, черно-белая. И вот черно-белая у нас пошла первые комиксы. И, кстати, сейчас тоже вроде будет выпускать какое-то независимое издательство. 100 рублей выпуск я читал. Ну, не знаю, я, наверное, черно-белый не буду все-таки покупать, когда хочется цветные. Посмотрим, в общем. И вот, как бы, самый ранний период, да, первый, 1984 год и 1993. То есть, мне тогда было 2 года, когда закончили выпускать. Вот. Изначально, как бы, все черепахи были, как бы, черно-белые, да, и с красными повязками. Это потом уже, там, им каждому дали свой цвет. А изначально вот они были такие. И вот, собственно, такой черно-белый комикс. Я уже, конечно, все прочитал. Вот. Такой коротенькие, небольшие отрывки. Вот у нас Кейси изображен в маске своей хоккейной. И вот, видите, сразу уже пошел следующий у нас TMNT Adventures 84-93 год. Уже видите, здесь в черепах присутствуют цвета, да, Шреддер. И вот уже цветной пошел. Вот этот мне уже больше понравился. Отрывок тут у нас рассказывается, как BBP Rocksteady грабит магазину, точнее, как бы просят им дать еды голые, почему-то, не знаю, вот здесь изображены. И здесь всего у нас 3 черепахи, не хватает у нас Рафаэля. Вот у нас Рафаэль, который, как бы это белка, по-моему, да, с белкой нападает на BBP Rocksteady и как бы орёт на своих братьев, да, типа, почему вы с ними разговариваете и так далее. Вот у нас уже пошел следующий, это Mage Comics, 96-99 года. Здесь уже такие как бы черепахи механизированные, да, вон, видите, как робот. Это вроде, я подумал, вообще Крэнк лежит. Вот этот мне что-то меньше понравился, не знаю почему. Здесь какие-то роботы на них нападают, точнее робот. Вот это мне не очень. Здесь енот. Это уже у нас ракета похожа, да, на реактивного енота из Стражей Галактики. И вот у нас пошли уже следующие. Мирадж, поздний период, 2001-2010 года. Здесь же опять у черепах одинаковые маски. Какие-то они, знаете, как квадратные, да? Любителям Майнкрафта понравится. Видите, какие-то квадраты головы, какие-то квадраты тельные и так далее. Этот тоже мне меньше понравился. Здесь по какую-то ниндзю рассказывается, девушку, вот видите, в маске, думал, сначала да, и прилонил, оказалось, нет. Вот, и, собственно, какой у нас и будет выиздаваться в России, вот это Teenage Mutant Ninja Turtles, 2010 год и по сей день, то есть уже выпускает 4 года, IDW. И вот здесь у нас написано, что, вот я вам приближу, да, серия комиксов «Подростки-мутанты-ниндзя» возвращается в Россию. Вот и новые приключения черепах от издательства Камильфо будут выходить в 2014 году. То есть в этом, только я не знаю, когда. Тут черепашки, опять же, с красными повязками, такой сплинтер. Крш. Вот, но это мне тоже так больше понравилось, чем предыдущий. Ну, наверное, я все-таки буду покупать. Здесь опять Кейси.
Вот он опять в своей хоккейной масочке. Сейчас вот недавно пересматривал все три фильма. Ну, классические, да, 90-х годов. Так сказать, вспомнить детство. Очень классные. Как бы с нынешними черепахами они не сравнятся, которые вот сейчас вышли. Нельзя их как бы сравнивать. И вот такие обложки. Галерея постеров. Вот эти классно сделанные. Здесь опять типа пиццу едят с цветными повязками. Здесь Бибоп и Рокстеди. Здесь вот похожи на из фильма черепахи. В фильме почему-то у них носов вообще нет. Какие-то плоскорылые. Здесь вот такой Шреддер. Бибоп и Рокстеди опять. Хэппи. Типа с 30-летием черепашки. И вот они классические опять черно-белые с красными повязками. Здесь какие-то опять квадратные. И, собственно, опять у нас вот эта обложка. В общем, всем советую, кто любит черепашек, прикупить в коллекцию. Стоит недорого. Ну и будем ждать синглов, посмотрим, что там у нас будет. Ну, все, всем спасибо за просмотр. Всем пока!